охота, милый друг, охота зовет нас прелестью своей. В леса поблекшие, в болото, на серебристый пух степей. Как бы ни сложилась охота, лучше бы, конечно, удачно, но, пробродив весь день по полям и лесам, приятно присесть, передохнуть, подкрепиться, чем Бог послал, отдаться впечатлениям прошедшего дня и вспомнить немало славных и курьезных историй охотничьих. Эта картина до сих пор у меня перед глазами. Я жду, когда гончие выгонят на меня зверя. Лай собак все ближе, но какой-то особенно остервенелый, даже сердце захолодело. И вот прямо на меня вываливается вся стая, ревя в голос. Стая рассыпалась, и я увидел, кого она гнала. Это был какой-то огромный, белый и очень лохматый зверь. Волчиный князь. Я слышал рассказы о нем. Зверюга провел горящими глазами по стае, увидел меня, замер, внезапно кинулся в стаю, рванул одну из собак и исчез. А я так и остался стоять, как вкопанный. Не выстрелил даже. В старинной книге сказано, истинным псовым охотником может быть лишь тот, кто благовоспитан, образован, умен, честен, благороден, добр и вечно юн душой. Из государей, пожалуй, только Алексей Михайлович да Александр Николаевич, Александр II, достойные охотники. Я читал книгу «Урядник сокольничьи пути» Алексея Михайловича. Там есть такие слова. «О, славные мои советники и достоверные и премудрые охотники! Радуйтесь и веселитесь, утешайтесь и наслаждайтесь сердцами своими добрым и веселым сим утешением, добрую потехой!» С Александром II. Император был большой любитель охоты. И вот как-то, когда все было уже готово и можно было брать медведя, зверь вдруг исчез. Понятно, император в гневе. Наказали розгами одного крестьянина, как виновника. Сел этот виновник на поваленное дерево, положил рядом с собой шапку на снег и стал думать, куда же делся медведь. Потом хватился, а шапки-то нет. Оказывается, в берлогу провалился. Но на сей раз косолапому не удалось уйти. Взяли медведя и в память о таком казусе подарили императору. Со времени урядника, записок Алексея Михайловича, появилось много литературы, посвященной охоте, в том числе записки Сергея Тимофеевича Аксакова, покорившие читателей прекрасным литературным языком,
правдивостью и точностью описания охоты и зверей. Картины эти взяты из роскошного издания Кутепова, издания 1911 года «Царская охота на Руси». Много знаменитых художников оформляли его, и, глядя на эти иллюстрации, можно сказать, охота не только развлечение, но и искусство. Василий Григорьевич Перов, сам страстный охотник, готовил картину «Охотники на привале» к первой выставке передвижников, состоявшейся в 1871 году. Что могло натолкнуть его на такой сюжет? Ведь совсем недавно, в 1870-м, им был написан автопортрет. Художник, проникавший своим пытливым взглядом в самую глубину жизни, вдруг вновь задался вопросом, который, очевидно, не раз себе задавал. Каким должен быть художник? И к прежним своим размышлениям добавил: художник должен быть поэтом, мечтателем. Светлое небо, здоровье да воля, здравствуй, раздолье широкого поля, вновь не дождаться подобного дня, дайте ружье мне, седлайте коня.